Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили ход реконструкции эстакады на 26-м километре Можайского шоссе, которое проходит в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик уже заменил асфальтобетонное покрытие, обустроил тротуар, установил современные барьерные и перильные ограждения, а также новое освещение в сторону Москвы. Второй этап реконструкции завершается. Выполнено 90% работ. Их окончание запланировано на 15 июля. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги».